Ребята и девчата, вот это наша вечерняя трапеза. Здесь паштетик вкусный, здесь колбаска, здесь огурчик. Мамка смеется, отец уже покушал, нажарили. Производителям руки. Не, это нормально все. Да, и заставить кушать. Так, попробуем колбаску. Отведаем колбаску. Не знаю, кыса у нас тут и кыса. Я сам как кыса. Это тихий ужас какой-то. Это что, тесто? Не знаю. Она сколько? 180 или 190 за килограмм? 190 рублей за килограмм? 190, тесто, короче. Это тихий ужас. Это тесто. Тут мука, что ли? Я ее купила на окрошку. Немножко порезала и решила вот ее пожарить. Здесь немного горчицы у нас. Горчицы. Перца там. И паштетика. Не, колбаса неудачная. Ну, надо кушать. Ливерка только красная. Там, наверное, ливерку там какая-то это. В общем, ребята и девчата, кушаем, ужинаем, кушаем. Доброе всем утро. Сегодня у нас уже 20 апреля 2022 года. И сегодня день варенья. Да попили чай, пошел попозже кормить собакинов. Сейчас как раз корм. Сегодня утром мама давала им. Нарезала продукты. В общем, кормила. Позвонил друг, говорит, поздравил, все, что будем? Я говорю, не хочу. Серьезно, не хочу. Бухать не хочу. Брательник тоже позвонил с водярой. Приезжать нет, не хочу. Ни шашлыки, ничего не хочу. Ничего абсолютно не хочу. Чисто чаю попьем. Попили и все. Потом, если брательник приедет, чисто чай. Я не буду, не хочу. Не хочу пить. И все. Поглядел смс-ку. Спасибо Татьяне Александровне. Как раз за донат. Пойдет в дело, загасим. Эта собака развалилась. Ладно, идем кормить наших собакинов. Я причесался, кстати, ролик сняли. Посидели за столом, чай попили. Чисто семьей. Сейчас я вам дам. В общем, пойдем кормить собак. А потом мы будем убирать железяки. Буду делать железяки. Надо убирать. Тут участок освобождать немного. На моем участке-то чисто, а на втором участке-то там надо это. Сейчас, доча, дам. Че, Иннокентий? Лижем свои яйца. Ну, а что еще коту делать? Коту что делать? Кот свои яйца тут лижет, сидит. Так. Да? Че, мамуля вам давала сегодня? Кстати, утром заморозок был сильный, сейчас оттаяло. Да, сейчас я вам еще водички налью. Че, вылокало водичку все. Сейчас поменяю все, воду налью. Подожди. Сейчас подожди маленько. Че, вылезали? Будем насыпать кириешки. Так, сейчас я тебе кириешки насыплю, да, и водички вам налью, поменяю с мурашкой. Да что ты мне рассказываешь? Сейчас наложим. Да, так хочешь кириешки? Ты же их не любишь? Сейчас, доча, водички тебе. Блин, какое-то недомогание. Я вчера же ночью по воду еще ходил. Стемнело, я не снимал. Вода ржавая. Привез домой ржавой воды. Серьезно, с колонки набирал. Ржавая. Мы сегодня, короче, с канистры наливали. Вода ржавая. Сейчас, доча. Сейчас будем ням-ням. Да? Да. Сейчас, подожди. Сейчас я тебе побольше насыплю. Вкусняшки.
ешь. Ты хоть не очень-то их любишь? Лошадинка моя. Рубай, сейчас воды налью. Чего нюхаешь? Ешь давай. Так, идем кормить мурашку. Заодно посмотрим погоду. Не будем отступать от традиции. Ух, там барахлистика. Вчера прокопался, устал как собака. С этим совсем, с железками с этими. Так. Ага, плюс 8. Сперва посмотрим барахло. Вот это я откидываю, короче. Доски. Потом на распилку. Отдельно там мусор лежит. Железяки откидываю. Тут убирать. Вот такой хлам. Кстати, кованое колесо от повозки. От повозки. Я что-нибудь уже придумал замутить с него. Столько лет этому колесу, не знаю. Если по дереву. Где-то я клеймо видел, короче, оно, по-моему, вот это колесо. Я не знаю, с чего оно сделано. Но ему больше 100 лет. Больше 100 лет. Я где-то находил клеймо. Делали раньше под это. Клеймы делали. Вот болты вот когда пошли. Где-то я клеймо, где-то я на металле находил клеймо. Вот. Станина, короче, 100 лет. Болты, по-моему, посвежее уже его переделывали. Но металл столетний. Вот что я нашел. Так. Сейчас, сейчас. О, барахла. Кому обновка? Кто хочет обновки? В общем, все разгребаем. В общем, барахлистика. Ой-ой-ой. Глаза боятся, руки делают. Постепенно сделаю до вскапывания огорода. В общем, барахло вот это разгребаем. Что на дрова, что не на дрова, в общем. Да. И в общем, делаем. Делаем, делаем, делаем. Ой. На этом участке. Да. Да у тебя тут все есть. У тебя тут все есть. Здравствуй. Ешь, дай, дай. Тоже водички налью. Чего? Кто-то пришел, что ли? Че, доча, кто-то пришел? Странно. О, газетка прилетела. Кто-то сразу испарился, смотрите. Во как. Быстро. В общем, ребята и девчата, идем делаем. Чай попили и все. И все. Как-то скучно, скучно, скучно. Ну, потому что с алкоголем-то всегда веселее. Так, сейчас я. О, с алкоголем-то, по идее, всегда веселее. Там и темы для разговоров сразу поднимаются, и все, что, кого. А так, да, Кеша? Ну так, сухой закон. В общем, заносимся, одевая свои грязные трепушки. Кстати, они уже на мне. И убираемся дальше, да, Киша? Иди ешь домой.
Короче, устал, сынуля, красотуля, этот хлам разгребать уже. Там еще на целую неделю минимум работы. Железяк я перетаскаю в уголок себе, как раз там место есть, в один угол. Остальное, не знаю, наверное, еще неделю там буду перетаскивать. И все, а потом... Как вы это? Модно? Ну-ка. О! Модно, да? Модно. Это вода холодная, да. Надо, короче. Сейчас мы идем домой, будем кушать. Ой, с этого угла барахлистику перетаскивать. В общем, неделю еще копаемся. А потом за неделю начнем вскапывать. Вскапывать целину. Будем работать, ладно? Идти мыть руки, лицо. Надо, кстати, сейчас еще песочек поменять кошке. Ну все, заходим домой, да, Кеша? Кеша тут лежит уже. Кеша лежит тут. Все, идем домой. У мамули красотули тут окрошка. Ну, на Тане. Сперва наложим. Руки я помыл. Лицо, конечно же, сынуля красотуля, тоже помыл. Так, маленько перекусим. То крошку я не пробовал. Добавим тан. О! И добавим майонезика. Отец вчера делал майонез. Добавим майонезика. Во, достаточно. И все, покушаем. Снимаем железку. Кстати, вот так выглядит у нас вот это все дело. Окрошка. Кстати, мама готовила окрошку, мы не снимали, она приготовила. А, как готовила. До этого мы уже показывали. Так, ну и соответственно печеньки. Сейчас будем кушать. Попробуем, что тут у нас вообще получилось. Да?
Да, в принципе, ничего, вкусно. Вообще отлично. Ну что, нормально получилось, в принципе. И то вкусно. Время у нас 23:20. Мама и отец отдыхают. Вот такой, ребята, и день рождения. Тихий, спокойный, тухлый, скучный. Потому что без алкоголя это всегда так. Без алкоголя это всегда так. А с алкоголем веселье, рассказы, байки, выяснение отношений, ну, как и везде. Сперва весело, а потом грустно, а потом голова болит. Еще положить сюда же. О, сюда же. Так, накроем крышечкой. Ой, что-то у сынули красотули, рука устала. О, походил по эти железяки. Че у нас? Снимаешь. Пока походил эти железяки, пособирал. Долгая песня еще, долгая очень песня. Тили, тролливали. День рождения только раз в году. Так, облился весь, как свинья, как всегда. Ладно, ребята и девчата, будем трапезничать. Все как-то так. У отца, кстати, 6 мая будет день рождения. А ему будет круглая дата 60. Ну вот, ребята и девчата, у нас уже вечер. Отец что-то собрался делать, готовит, приготовит вкусное блюдо. Что хочешь делать? Да, печенку по-ильичевски. А вот и отец готовит вкусную вкусняшку, мешает. Да, печеночку куриную. Печеночку. На сковороде, короче, разная зелень, фасолька будет, что-то будет вкусное, будет отличное, обязательно. Покушаем. Времени у нас прошло уже 18:45. Все ждем, отец приготовится, нуля красотуля обязательно попробует. Так, и Буська тут у нас. Буська тут нарисовалась. Сейчас Буся остынет, будет кушать. Вот так у нас все получилось. Сейчас мы попробуем. Что, вкусно? Садись, я пойду перекурю, передаю тебе в руки. Сейчас. Сейчас Буся остынет. Хорошо получилось. В общем, попробуем. Ой, не поваляешь, не поешь, как говорится, да? Так. А печень свиная или говяжья? Куриная? А, куриная. Ага. В общем, приготовили на вечер такую вкусняшку. Пробуем. Горячая. Вот так.
горячая, но вкусная. В общем, будем, у нас уже свечерело, будем кушать дальше. Ну, на этом, да и все. Так, горячая есть не надо. Пусть она маленько подостынет. На этой ноте и будем прощаться. Так, у нас сегодня и прошел наш день варенья. Сухой закон, тянули красотули, трезвый как стеклышко. С вами были мы, Васильич. Так, мамуля в этом видеоролике не была. И сынуля красотуля с мурашкой и с Динкой. Все, всем пока-пока, с вами был Ильич, еще увидимся.